Всем привет! Вы на YouTube-канале Русской службы BBC, я рад вас здесь приветствовать. Недавно мы в Лондоне встретились со Светланой Лободой, и к ней, конечно, очень много вопросов. Это очень интересный персонаж. Несмотря на ее многочисленные в YouTube-интервью, все равно есть о чем поговорить. В частности, о том, насколько сейчас вообще актуально украинскому артисту петь на русском языке, например. Русский язык не принадлежит русской власти. Какие у нее отношения с Аллой Борисовной Пугачевой? Я не хочу... чтобы это интервью увидела Алла Борисовна, ей было неприятно. Что она думает о психотерапии? Многие люди, рожденные в Советском Союзе, они стесняются этого. И, кстати говоря, естественно, о российском государстве. Есть император, он диктует, и он говорит, как надо. Этот император правит долго по времени. Надеюсь, вам понравится это видео, и вы тоже для себя что-то вынесете важное из этого разговора. Кончилась осень, скоро зима. Зима — это время холодной войны. Я не хочу за тебя умирать, но из-за тебя не могу дальше. Вопрос первый я задам немножко личный. Ведь у тебя на этой неделе был день рождения. Был. Расскажи, как прошел этот день. Мне кажется, что сейчас, в связи с тем, что происходит в мире и в моей жизни, праздновать дни рождения – это просто какая-то нелепость. Поэтому уже второй год подряд мы празднуем день рождения с моей семьей, в кругу близких мне людей, моих дочерей, моей мамочки. И мы счастливы, что мы живы, здоровы, что мы имеем возможность быть друг с другом. И в этот день было уютно, хорошо и тепло. Плюс еще один год. Сложно в это поверить, но когда ты понимаешь, что время идет, и вспоминаешь своих родителей в своем возрасте, тебе казалось, что они очень взрослые. А ты вроде внутри такой еще молодой и такой настолько взбалмошный периодически бываешь. Я думаю, что время, конечно, оно в разное время, люди по-разному ощущают себя, но никогда никто не чувствует себя старым. Всегда все хотят чувствовать себя молодыми. И я думаю, что то твое состояние, которое у тебя внутри, оно, конечно, отображается на твоей внешности. Мне кажется, что год назад я выглядела очень плохо. Сейчас я пришла в себя, я нашла новые стимулы в жизни, сконцентрировалась на своей профессии, на своей работе, на своей семье и начала писать новую музыку, и мне стало лучше, и я думаю, что это очевидно. Когда мы говорим о днях рождения, обычно люди говорят, что это такой сложный канун, да, много мыслей, каких-то философских размышлений, ты подводишь итоги года, ты смотришь в будущее. О чем ты думала вот на этой неделе в связи со своим днем рождения? Ну, обычно я люблю праздновать дни рождения с большим размахом. До войны, до полномасштабного вторжения в Украину это было именно так. Это много друзей, это возможность видеть всех своих родственников. Я собирала большие вечеринки, и всегда это было шумно, громко, и очень такое теплое послевкусие после этого было. Сейчас эти дни, они действительно много анализа, много грусти. В тот день, когда я проснулась на свой день рождения, я поняла, что мне очень грустно. Не знаю почему, хотя зашли ко мне мои дочки, они говорят: «Мама, почему ты в плохом настроении?» Я говорю: «Не знаю, девочки, у меня очень как-то сегодня не по себе, и я так многого хочу, и так многое уже так долгое время не стабилизируется, нет стабильности, нет понимания того, что будет дальше. И да и в мире очень много событий, которые, ну, просто с каждым днем, если ты читаешь новости, мне кажется, что человек чувствительный, он, ну, может понемногу сойти с ума. Осталось только инопланетяне, что прилетели, и все, и мы уже все прошли». Вот, поэтому я взгрустнула, буквально это было пару часов, потом моя семья поняла мне настроение, я поняла, что все же любовь – это то чувство, которое помогает тебе становиться на ноги и помогает тебе чувствовать себя нужным, любимым, и отсюда появляется ощущение счастья и того, что все-таки все не так уж и плохо. Я об этом спрашиваю, потому что во многих интервью последних очень часто слышно, как ты говоришь об обновлении,
о каких-то новых путях и поворотах своей карьеры, вообще в жизни, там, переезда и все такое. Как ты вообще смотришь сейчас в будущее? Ну, вы же понимаете, что моя жизнь кардинально изменилась за последние полтора года. И учитывая то, что я всю свою жизнь жила ради своей карьеры, ради своей работы, ради зрителей, у меня все как будто обнулилось. И я понемногу пытаюсь нащупывать почву, нащупывать путь, новый путь. Я учу английский язык. Когда ты молод, тебе это очень хорошо дается в юности, когда ты учишься в школе. А когда ты, у тебя много забот, семья, команда, огромное количество задач, это сложнее, потому что нужно находить на это время. Но я стараюсь и понимаю, что мне это необходимо, потому что сегодня я точно уверена, что я буду жить в Европе, либо в Америке, но я должна найти то место, где мне будет хорошо оставаться. Я всегда чувствовала, что я хочу быть человеком мира. У меня были любимые места, где я там проживала со своими детьми в Европе, и мне всегда хотелось жить у моря. Сегодня мне повезло, я живу в Риге, рядом с нами Юрмала, море, океан, и мне там очень тепло и уютно, и безопасно, что сегодня немаловажно. Я обратила внимание, что еще в этих интервью ты довольно откровенно говоришь о своем психологическом состоянии, о том, что ты ходишь к психологу, ты занимаешься психотерапевтом, правильно понимаю? Уже много лет, да. Ты об этом можешь открыто говорить? Конечно, вполне. Я считаю, что это вообще очень важно об этом говорить, потому что многие люди, рожденные в Советском Союзе, они стесняются этого и считают, что это не есть необходимость для современного человека. А я считаю, что наоборот, если ты не можешь сам разобраться со своей проблемой, тебе нужен человек. И желательно, чтобы это был не близкий человек, а посторонний, который может тебе растолковать, по полочкам разложить твою проблему и как ее решать. Поэтому, если у тебя есть грамотный специалист, это тебе сильно может помочь. Я на многие вопросы не могла найти ответы. И этот человек, этот врач, который со мной занимается уже вот 2 года, меня прям привел вот в нужное состояние. Раз у нас такой разговор, ты можешь рассказать, какие за последние пару лет своей работы с психотерапевтом ты какие-то открытия испытала, так называемые инсайты вот про себя лично? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что все в человеке зарождается, когда он маленький, и все наши проблемы, наши страхи, наши переживания закладываются в основном в возрасте, когда ты ребенок, когда ты начинаешь взрослеть, идешь в школу, в детском саду, и все, что тебя окружает, все люди, которые тебя окружают, здоровая или нездоровая атмосфера в твоей семье, у твоих родителей, это все откладывает большой отпечаток на твою жизнь дальнейшую. И порой мы многих вещей не помним, но они действительно очень там мешают тебе в жизни, и их нужно прорабатывать. Есть ли грамотный специалист, который может с тобой заниматься, который может вводить тебя в то состояние детства и вытаскивать с тебя вот те страхи, боязнь, да, те переживания, которые ты испытывал, или те эмоции неблагоприятные для ребенка, которые ты испытывал в детстве, и прожить их еще раз, ты можешь выйти на новую ступень, на новый этап и просто почистить в голове, потому что даже если твое сознание, тебе кажется, что ты этого не помнишь, твой мозг запоминает все, и там в полочках, на полочках хранятся как файлами все ситуации твоей жизни, и они под корки у тебя просто работают. И за счет этого там есть огромное количество блоков у людей, комплексов, зажатостей, страхов. Моя главная, наверное, проблема, с которой я борюсь с моим помощником, моим психологом, это страхи, их большое количество. И какие? Страхи потерять близкого человека, страхи остаться одной, страх за детей, все, что связано с твоей семьей, mm-hmm. с твоим личным, страх быть невостребованной, страх быть никому не нужной. Почему, допустим, я разбираю, почему я так много работаю всю жизнь, почему с самой юности я понимаю, что моя жизнь – это только моя работа, и концентрация должна быть вот здесь, потому что я работаю там 24 часа в сутки, и я понимаю, что я получаю от этого колоссальное удовольствие, безусловно, но я очень сильно истощаюсь. И с годами я понимаю, что бывают периоды, когда я просто физически не могу практически встать с кровати, потому что постоянные перелеты, и я
стараюсь совмещать в себе много функций и как продюсера, и как саунд-продюсера, и, там, не знаю, монтировать клипы, концерты. А людей в команде у меня тоже очень много, хотя все очень талантливые люди. И я вроде и стараюсь смещать вот там какие-то свои полномочия, пытаюсь передавать на другого человека, но все равно внутреннее вот это недоверие, оно тоже откуда-то возникает. Вот с этим разбираюсь, стараюсь вот как бы учиться распределять, учиться распределять свои силы, учиться отдавать какую-то часть своей работы, кусок работы людям, которым я доверяю, потому что ну иначе ты можешь просто истощить себя, и в какой-то момент ну, тебе станет все неинтересно. Я, честно говоря, сейчас очень удивлен твоей такой откровенностью по этому вопросу, потому что я думал, что мы в процессе нашего разговора будем медленно-медленно к этой теме подходить, но ты вот сейчас прям прямым текстом сказала про перфекционизм, про то, что ты да, много работаешь, да, и то, что и самое главное, то, что ты боишься потерять популярность, да, вот это влияние медийное, общественное. Ты можешь об этом чуть подробнее рассказать? Могу. Я думаю, что любой артист, настоящий артист, который рожден в этом мире с такой профессией удивительной и для меня безумно любимой, он не может, у него не может не быть такого страха. Потому что если этот человек случайно залетел в эту профессию, вот так бывают люди, которые раз и просыпаются звездами, эта судьба, она обычно недолговечна. То есть человек поблистал, и он как бы раз опять стирается, и в истории ничего не остается после него. А если человек долго, кропотливо идет по определенной дороге, и его путь тяжелый, у меня был он очень непростой, и я рождена была в семье простых рабочих, мои мама и папа не имели отношения к музыке, и они были людьми и остаются людьми, которые очень тяжело зарабатывали свои деньги, и у нас такая очень малоимущая была семья, поэтому все, я понимала, что если я смогу это сделать, я могу сделать это только одна. Сама, без помощи мамы, папы, влиятельных родителей. Многим хочется верить в то, что у такой женщины, как у меня, могут быть покровители, любовники, которые вкладывают в меня деньги. У меня этого никогда не было, и я всегда понимала четко, что я не хочу потом нести ответственность за то, что кто-то мне в чем-то помог, и потом быть должна кому-то. Я для себя это... самом, мне кажется, даже там, в юности для себя приняла решение, что все, что я буду делать сама. И пусть это будут ошибки, они будут моими. Я практически ничего не умела, когда начинала карьеру певицы. Я не умела и не знала, что такое там, собирание музыкальных материалов для своих песен. Я не знала, что такое монтаж. Но мне это было очень любопытно. Мне было интересно попробовать вот того... То есть изначально... Когда появился артист Светлана Лобода в Украине, у меня было много людей и режиссеров, которые делали продукт для меня, но я понимала, что меня не устраивает то, что я вижу в итоге, потому что все же видеоклипы, фотосессии – это момент вкусовщины. Это то, как художник, который тебя снимает, или художник, который тебя монтирует, а от него очень многое зависит, тебя видит в итоге. Вот он видит тебя страстной, сексуальной, где-то даже, может быть, чрезмерно сексуально, он тебе такое монтирует. А если ты чувствуешь себя чуть-чуть другой, ты должен научиться сам себя лепить. И со временем я поняла, что это возможно. Я сидела возле монтажера, училась этому и поняла, что я хочу выбирать те ракурсы, которые нравятся только мне. Я хочу, чтобы у этой... Я даже когда монтирую там свои клипы, я говорю у нее, то есть я говорю себя в третьем лице, да, потому что я, ну, в жизни я понимаю, что я просто девочка, а там артистка, там Лобода, которую я создаю. Я хочу, чтобы у нее была глубина в глазах, я хочу, чтобы она была в меру сексуальная, но не сильно... То есть это пусть сегодня у нее будет провокация, но это не будет ни в коем случае вульгарно. И я эти все вещи стараюсь... контролировать, фильтровать в силу там, своего вкуса, в силу своих каких-то познаний, в силу того, чему я научилась в течение жизни. Вот. И что касается страхов и переживания за карьеру, за свой путь, это нормально. Любой артист, с которым я общалась и ранее, и любой большой артист,
я уверена, до последних своих дней будет стараться быть красивым. Персонажем. Как персонаж, быть сильным, показывать, что он, что ему ничего не страшно, что он по-прежнему востребован. Очень многие артисты, большие артисты уходят с карьеры, с картинки рано, для того, чтобы их не видели старыми, для того, чтобы у людей не было запоминания картинки того, как он выглядит уже в том возрасте, когда бы ему не хотелось, чтобы его видели. И я тоже это понимаю. И мне кажется, что если рядом с тобой будет человек, который будет всегда говорить тебе, какая ты красивая, этих страхов не будет. Если ты будешь в любви, на протяжении всей жизни. И, но любви не только зрители, а любви, которая ждет тебя дома. Потому что в основном, ну, есть такой стереотип, но это правда жизни, что известный, популярный, востребованный артист, он в основном любим публикой, но дома он одинок. И ему очень не хватает ласки, домашнего уюта, тепла. А если есть совмещение, и одно, и второе получается в твоей жизни, ну, это уже большое счастье. Ты смотрела «Супербоул» с Рианой? Да. Что ты считала как посыл этого выступления? Во-первых, мне понравилось это выступление очень. Я считаю, что новые технологии вообще не спят, двигаются вперед. И я очень сожалею, что Риана выпускает мало треков, потому что я считаю ее безумно классным артистом с невероятной энергией, и она мне дико всегда нравилась, ее посыл, ее глаза, то, как она умеет себя подавать. Я почему спросил именно про Риану, потому что я в этом выступлении увидел то, что это ее такой месседж и послание, что я вообще-то женщина беременная, и я тут вот выйду на сцену покайфую, вы потанцуете под мои классные треки, но это очень отличается от других выступлений женщин на Супербоуле. И я это тоже заметил на самом деле вчера на твоем концерте. Ты в окружении еще 4 девушки, и меня что поражает в этой индустрии, то, что она требует от женщины выкладываться там на 120, на 150%. Когда мы вспоминаем каких-то даже там A-лист артистов мужчин, он выходит с гитарой, песни сыграл, пошел. Вот как тебе вот эта реальность, что эта индустрия реально требует от женщины в двойной отдаче на сцене? То есть женщина реально летает по сцене практически. Я не разделяю мужчину и женщину. Я считаю, что это зависит от силы артиста. Ну, то есть в чем... Давайте, допустим, ты видел концерт The Weeknd, последний? Да. Давай поговорим о нем. Это человек, не обладающий сильной энергией, но обладающий уникальным голосом. Это человек, у которого есть фантастическая команда с потрясающим саундом, с просто умопомрачительными барабанами и невероятным светом. Но я получила колоссальное удовольствие от концерта, даже больше, чем от Бейонсе. При этом, при всем, я не могу сказать, что он выкладывается там на 200%, но благодаря тому, что у него есть такая компенсация с его гениальностью в виде голосовых связок, которые смыкаются определенные, у него есть фальцет, которым он пользуется, ему ничего глобального не нужно. А есть такая лошадка, как Бейонсе, которая всю жизнь колбасит, потому что так ее приучили ее родители, потому что ее папа, когда она была маленькая, оставил ее на беговой дорожке, она распевалась и пела все свои песни на беговой дорожке. И с утра до вечера танцевала, бегала и пела, потому что есть закалка, как будто закалка спортсмена. А есть такой феномен для меня, как Тейлор Свифт. Совсем ничего не понимаю. Не чувствуешь? Не чувствую этого артиста, но она же, звезда номер один в мире. Сонграйтер. Она человек, артист, который самый дорогооплачиваемый артист сегодняшнего времени. И уже это длится много-много лет. 5 лет назад я с моей малышкой в животике, она была еще с Тильдой, была в Америке, в Лос-Анджелесе, и приехала на концерт к ней, посмотрела и поняла, что кроме хорошего саунда, меня это не впечатляет. Но весь стадион, который был заполнен 4 или 5 раз, 5 дней подряд, у нее были концерты, кстати, да, детьми, тинейджерами, которые могут сопоставить ее с собой, которые представляют, что это они могут быть на сцене. Такие себе, как в свое время, в принципе, тату. Туда же они, мне кажется, что по образу они шли, когда ты хочешь, чтобы люди тебя
простой такой человек, не артист, артист, который мы привыкли, что артист должно быть, выглядеть так, ух, мощно, да, а человек, который вот как будто такой же, как и ты, где-то с толпы вышел и себе стал, взял гитарку или взял микрофончик и спел. Вначале Тейлор Свифт делала много хитов, и они были очень запоминающимися. Сейчас я не слежу за ее творчеством, но, опять же, мы не можем не говорить о таланте человека, потому что то, на каком месте она находится, это уже большой талант ее, ее команды, большая заслуга. Поэтому говорить, что кто-то там хуже, это всего лишь вкус. Это всего лишь дело вкуса. Вот тебе это нравится, а другому человеку это может не нравиться вовсе. Давай про конструкцию вот этого образа поговорим. Мне очень интересно, что ты как бы и говоришь в третьем лице, да, вот что есть, есть я, девочка, а есть Светлана Лобода. Конструкция этого образа, ты над ней работаешь, и вот этот страх, о котором ты говоришь, что вот именно вот этот продукт не понравится аудитории. Как эту артисту устроено? Нет, я совсем не боюсь, что этот продукт не понравится. Этот продукт, который я создала много лет назад, да, он уже понравился людям. Я будешь над ним как-то работать сейчас под условия? Продукт это должен измениться? Я же взрослею, конечно, он будет трансформироваться. Угу. То есть будет трансформироваться, извини, что перебиваю, извини, трансформироваться вот этот образ Светланы Лободы, или ты добавляешь свою персоналити, свою идентичность больше в то, что ты сейчас делаешь в творчестве? Я не думаю, что Светлана Лобода в 60 лет будет прыгать в коротких шортах или в каких-то провокационных платьях. Вообще я не думаю. То есть я не чувствую такой путь, как, не знаю, например, Мадонна, допустим, да? То есть я считаю, что в каждом возрасте есть свои этапы, в которых ты можешь выглядеть органично. Есть люди, которые задерживаются в определенных этапах и не могут выйти из этого образа. Тут, наверное, многое в твоей голове, многое в том, какое тебе окружение, что оно тебе говорит, и, может быть, рядом с какими-то определенными артистами есть люди, которые говорят, да, это классно, тебе там уже 65, у тебя уже там не совсем все так и хорошо, и ты, тебе уже тяжело морально и физически, но ты по-прежнему скачешь на сцене. Не думаю, что это... что в этом есть надобность. Я думаю, что человек должен стареть красиво. А, давай тогда поговорим еще про восприятие аудитории, именно продукта Светланы Лободы. Да? Мы сейчас, может быть, будем немножко двигаться там от, не знаю, как девочку зовут, Света? Да. От Светы к Светлане Лободе, да? То есть есть такое какое-то разделение. Я даже, когда иду на концерт, моя дочка заходит в комнату, она говорит, мама, ну что ты совсем сегодня другая. Я говорю, ну здесь же Лобода. Она говорит, где моя мама? Говорю, же дети различают. Да, да, я говорю, мама твоя придет через пару часов, сейчас снимет макияж, концертный костюм снимет, и будет мама. А так здесь Лобода собирается на концерт. А ты с психологом это обсуждала? Это какая-то это здоровая тема, да? Когда весы, это тоже как бы момент такой двойственный. Весы, близнецы, это знак гороскопа, он такой своеобразный. У них есть вот эта двойственность натуры, поэтому в этом ничего нет такого страшного. Главное, чтобы ты вовремя умел снять этот образ, потому что многие артисты в этом образе артиста живут их жизни. Вот это страшно. Так повелось, что в поп-культуре люди, которые так или иначе связаны с шоу-бизнесом, у них есть свои какие-то эзотерические увлечения в разной степени, да, там от натальных карт и каких-то личных астрологов до там гвоздей и всего такого. Вот тебе что-то из этого близко? Я очень люблю астрологию, нумерологию, но и я верующий человек, не религиозный, но верующий. Для нас очень важны праздник Пасха, Рождество, и мы с родителями ходим в церковь, мы светим Пасхи, и обязательно в этот день находимся с семьей дома. И у меня есть мой батюшка, который ведет меня очень много лет, да. Я спрашиваю про астрологию, потому что была ли у тебя когда-то возможность или соблазн тоже как-то просчитать астрологически свою карьеру на Западе? Я заказываю астрологическую карту каждый год. Так. Иногда заказываю, не дохожу до нее, чтобы ее почитать. Уже такого происходило дважды. Но бывает часто, что ты... есть какие-то астрологи в Ютьюбе, которых можно просто как развлекал, как развлечение послушать. Кто? Зовут эту девушку, украинка, которая живет в Австралии. Анжела Пиарл. Да, да, она была у меня на концерте в Риге, мне о ней рассказали, говорит, посмотрите, это очень обаятельный, приятнейший человек. И я вот сейчас смотрю ее гороскопы периодически. Ну, мне просто нравится она, вот ее
такая свет, какой-то свет от нее исходит, и она такая на позитиве всегда, и многое, вы знаете, попадает. Но все равно мы же получаем информацию в общем. То есть там, в общем, вот в это время вы можете либо переехать в новый дом, либо сменить место жительства, либо у вас появится какая-то новая работа. Очень много либо-либо-либо, это либо можно подстроить под каждого человека. Поэтому тут, наверное, момент в том, во что ты веришь сам. То и работает. А ты можешь коротко, вот буквально до слогана к продукту описать, что за продукт обновленная Светлана Лобода? Ну, я не совсем воспринимаю себя как продукт, я воспринимаю себя как артист. Давай как артист. В чем сейчас твой основной месседж, вот если прям коротко до слогана? Ты сейчас о чем? Я считаю, что сейчас у артистов очень большая миссия сегодня, и мы должны доносить людям свою позицию. Еще 2 года назад мы могли себе позволить быть аполитичными и не думать ни о чем, просто порхать. И я, по крайней мере, так думала, я так воспринимала свою жизнь. Я была очень легкой, очень веселой, у меня были все возможности, я открывала ногами любую дверь и чувствовала себя, ну, большой звездой, я могу сказать, что так. Но когда началась полномасштабная война в моей стране, я поняла, что я очень маленький человек, я об этом говорила. Я чувствую себя очень маленькой песчинкой в этом большом организме под названием планета, человеком, который ничего не может решить, человеком, который может от себя только говорить, только вещать своей аудитории, что я чувствую, какие мои мысли насчет того, что произошло. У меня был выбор, и я могла его пойти по разным путям. Когда началась война в Украине, я была в Москве с моими детьми. Ко мне зашла ночью няня и сказала, что началась война. Я сразу поняла, что это все, что я строила в течение последних 5-7 лет своей карьеры, оно все рушится, потому что для меня всегда род, мои родители были важнее всего. Важно быть человеком и понимать, что ты растешь, вместе с тобой растут твои дети. Ты оставляешь за собой большой след, и важно, чтобы эти дети выросли достойными людьми. Чтобы они знали, что никогда нельзя заходить на чужую территорию. Чтобы они знали, что нужно развивать свою культуру. Чтобы они знали, что нужно любить свой род, своих родных и близких, и защищать их действительно до конца. Так меня воспитали. Я понимала, что я не могу остаться в стране, которая нападает на мою страну, на моих родных и близких. Я поняла, что как бы больно мне не было, каким бы карьеристом я ни была, я не выдержу жить на этой территории, я не выдержу, не смогу притворяться, не смогу говорить о том, что все хорошо, я чувствую иначе. Мне начались там, поступали много звонков, и я понимала, что если я останусь, я ни в чем не буду нуждаться. Ни я, ни мои дети, ни мои внуки. Извини, что перебиваю. Здесь просто хочу тоже такую справку внести. Ты это говорила в интервью у меня недавно, с упоминанием в том числе фамилии, что вот с Киркоровым ты связывалась, пыталась как-то до него достучаться, чтобы он что-то сказал, что-то сделал. А ты можешь сказать... я не пыталась достучаться, чтобы он что сказал. Я просто рассказывала ситуацию, которая есть у нас в стране. Коли все почалося, я писала багато кому із артистів, в тому числі ми переписувалися з Кіркоровим, з Філіпом. Я просила їх не підтримувати режим і просила зрозуміти нас, показувала кадри, висилала відео. Він казав, що він буде намагатися це робити, що для нього це важливо, що він все розуміє, що він дуже розумна людина і він буде це робити. Але потім пройшов час, і я думаю, що просто його нагнули, як і усіх. І він просто не мав вибору іншого. Пригрозили забрати дітей? Так говорять, да, я чула. Це про Лазарєва кажуть? Про Лазарєва кажуть, так, і кажуть, що це було з Філіпом. І там ти говориш фразу про те, що він как бы, розумний чоловік, він все розуміє. Він правда все розуміє? Я впевнена, що дуже багато все розуміють. А чому тоді так? Ну, тому що є реаліті нашої житті. Не всі готові бути іммігрантами. Не все готовы все бросить и поехать в чужую страну и пытаться начинать всю жизнь с нуля.
Это невозможно для многих людей, потому что не все сильные, потому что у людей свои семьи, своя жизнь, и они не готовы ради чужой страны это делать. Для них это чужая страна. То есть ты их в какой-то степени понимаешь? Я очень многие вещи понимаю. Я вообще человек понимающий. Я осуждаю тех людей, которые говорят, что мы за войну, что нужно убивать. Я осуждаю именно этих людей. А которые, люди, которые попали в ситуацию ловушки и дома плачут, и дома страдают. У нас очень много родственников живет в России. И очень многих наших друзей живут родственники в России. И многие просто, ну, они не понимают, что им делать. Они уже люди в возрасте. Они точно так же в каждой стране есть хорошие и плохие люди. Говорить о том, что мы все виноваты, как от того, почему у нас такое правительство. Но в Украине тоже часто были недовольны правительством, которое было. В разных странах есть разные этапы времени, когда люди недовольны теми или иными вещами. Но у каждого человека есть своя жизнь. Если человек выходит и говорит, да, давайте их убивать, ну, для меня это не человек, для меня в нем нет ничего живого. Но я уверена в том, что люди, которые слушают мою музыку, продолжают слушать мою музыку, которые знают мою позицию, которые знают, что я несу сегодня и сейчас, и я об этом говорю в каждом интервью, эти люди не могут быть аполитичны, они не могут быть за войну, они однозначно поддерживают мою страну. Поклонники, которые приходят ко мне на концерты, они не могут, видя там, когда я стою с украинским флагом, поддерживать Россию. Это невозможно. Российское правительство и российский режим. Вот. Но есть много людей, которые уехали из России, которые начинают жизнь с нуля. И мне, конечно, очень хочется поддержать это. То есть внутренне я понимаю, что эти люди на многое решились. Это очень большой поступок. Такие, как Алла Борисовна, такие, как Максим Галкин. Но это же нужно тоже иметь смелость и мужество поступить так. Ты только что сказала, что ты получала какие-то звонки с гарантиями, с плюшками, что все будет хорошо, если ты останешься. Ты можешь сказать, кто в таком случае звонит? Ну, это люди звонили от правительства. Просто это интересно, на каком уровне это решается. Так, Алексей Громов звонит, или Константин Эрст? Это решается на очень высоком уровне. Звонится это прям моей, сам человек или помощники? Помощники. Звонятся менеджеру, звонят менеджеру и предлагают вот все, какую сумму бы я ни назвала, если это нужно, будет очень большая сумма, но чтобы артист остался здесь, украинский артист, который представляет свою страну, остался здесь и вещал о том, что российский режим это хорошо. То есть это выглядит как-то как такое коммерческое предложение в виде смс-ки в WhatsApp, условно, нет, да? То есть человеку пишут или звонят, говорят, вот, ну, такие-то деньги называют, и так это работает. Торгуются, да. Да, и на высоком очень уровне происходит. Да. И при этом сначала менеджерам звонят помощники. Но мне никто не звонит, потому что я никогда не поднимаю на неизвестные номера. Ну, то есть телефоны моих менеджеров, моих пиар-менеджеров есть во всех, да, инстаграмах, поэтому найти их не... Нам звонило просто большое количество людей, потому что, в принципе, люди, которые немного знают мой характер, понимают, что я, ну, наверное, у многих было двойственное ощущение, то есть, зная, опять-таки, мою любовь к моей профессии, к тому, что для меня Россия это был как дополнительный рынок, потому что, когда в Украине я объездила большое количество городов и много раз с туром по Украине, я поняла, что мне нужно искать возможность двигаться дальше. И в этот момент мои песни начали ротировать в России, они стали мега популярны. И я хочу сказать, что любой украинский артист всегда хотел на русский рынок. И, безусловно, я не могла упустить этот шанс, эту возможность. Я работала, и я всегда, конечно, была на этой территории чужой, потому что я держалась особняком, я просто работала. Для меня никогда не было в приоритете деньги. И сегодня они не в приоритете. Я считаю, что для меня, как для творческого человека, очень важна реализация и очень важно видеть какую-то цель впереди. Когда я ее не вижу, когда я не понимаю, куда иду, мне очень тяжело. Тогда я чувствую, что у меня нет баланса, нет нестабильности, нет понимания, как мне лодку, на которой я плыву, за которую я нахожусь у штурвала, куда мне ее вести дальше. Вот это ощущение было на протяжении года после войны. А сейчас это понимание пришло, куда ты движешься? Ну, во-первых, я нашла себя в том, что я очень сильно включилась в помощь людям, и мне это очень нравится. И я считаю, что это очень важно
сегодня важно делать. Последние полтора года я просто работала на то, чтобы отдавать. Я построила много домов в городе Ирпень, в котором я живу с самого детства, в котором я родилась. Я знаю, сколько денег я потратила на протяжении всего этого времени, и я могу отчитаться за каждую копейку. И я могу предоставить любой документ на то, что было потрачено приблизительно около 600 тысяч долларов. И это не конец, потому что я могу работать, у меня есть руки, ноги, голос. И я хочу помогать людям, которым сегодня очень тяжело. И не потому, что я хочу перед кем-то отчитываться. Мне вообще начхать, что обо мне кто говорит. В начале войны была такая атака на меня со всей территории и России, и Украины. А почему ты думаешь, что именно вот с тобой так случилось? Потому что я тоже почувствовал, я читаю медиа, я вижу, как артисты выражаются, да, там, не знаю, кто угодно, Меладзе, там, Настя Каменских, «Время и стекло», «Монатик», там, кто, мы можем всех перечислить, да, и так или иначе, после полномасштабного вторжения люди выразили свою позицию. Ты выразила такую же позицию, но с таким уровнем, как бы, ну, хейта, если можно так сказать, столкнулась только ты. Потому что я лобода. Почему так? Масштаб личности. Только поэтому. Алла Борисовна тоже всю жизнь сталкивалась с большим количеством хейта. И говорила мне о том, что, ну, это такова твоя судьба. Ты можешь для наших зрителей, может быть, рассказать тоже вкратце историю, как вы познакомились, какой была первая встреча, какие были твои впечатления? Ну, у меня безмерное уважение к семье Аллы Борисовны и Максима Галкина. Я их сейчас отдельно, как единицы, даже не рассматриваю, потому что это настолько воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри. После их поступка я очень сильно еще больше зауважала их. Мы познакомились, ну, это было много лет назад, и мы приятельствовали. Алла Борисовна приглашала нас в гости с детками, мы приходили к ним в гости, и Алла Борисовна угощала нас обедом, ужином. Это в Москве было, в Подмосковье, в том доме? Это было в Подмосковье, да, да. Это было очень трогательно, и для меня это большая честь была. А для тебя это какой был этап в твоей карьере? Это, вот какой репертуар у тебя? Ну, это был пик. Это был пик, то есть это пора домой? Пик. Вот. Ну, у меня пик длился долго. Ну, да, то есть довольно долго. Откуда мы начинаем пик? Я думаю, к черту любовь в твои глаза. Вот в этот период да, вы начали. Да, к черту любовь в твои глаза, и вот все, что идет дальше. Вот. После мы пересекались на многих мероприятиях, потом я спела песню «Живи спокойно, страна». Меня просил Игорь Яковлевич Крутой на фестивале «Новая волна» исполнить эту песню. Я год не соглашалась. Потом, почему? Ну, потому что я считала, что это неправильно после великой Аллы Борисовны петь эту песню. Я позвонила Алле Борисовне, попросила разрешения. Она сказала, я вообще не думаю. То есть она мне сказала в тот момент, ты считаешь, что все люди как люди, я суперзвезда, значит, ты можешь себе позволить петь? А «Живи спокойно, страна», я у тебя одна, не можешь. Ты можешь себе позволить сегодня это петь. То есть она практически как-то настаивала, чтобы ты... Она не настаивала, она благородно разрешила. Вот. И эта песня была довольно долго у меня в репертуаре. Сейчас я, конечно, не исполняю ее. Когда вы последний раз с ней разговаривали? Очень давно. Мы больше на связи с Максимом. С Максимом? Да. Как ты думаешь, почему она выбрала путь такого красноречивого молчания на эту тему? А что поменяется? То, что она уехала из страны, из России, это о многом говорит. То, что Максим говорит, все, что говорит он, это все то, что думает Алла Борисовна. Они говорят через друг него. За друга всегда. Да, они говорят через него. Я отчасти соглашусь, но Максим Галкин все-таки действительно отдельный человек с отдельным статусом. Он действительно там, уважаемый очень человек и много сделавший для, в том числе, там, культуры. Но по масштабу влияния, ну, конечно, невозможно их сравнивать. А вы видите, как происходит обесценивание вообще людей, которые... Не-не-не, я сейчас абсолютно не про это. Я говорю про то, что он влияет, безусловно, он открыто выражает свою позицию, но мне... Так представляется, что если бы Алла Борисовна начала так же открыто об этом это говорить... Это бы ничего не сделала. Вообще ничего. Почему? Ну, уверяю вас. Потому что. Потому что в их семье, говорит Максим, и Алле Борисовне так досталось за все это. И она уже... А досталось? Ну, конечно. Ну, конечно. Вы просто не знаете подноготную. Я читала много прессы. Я не хочу... чтобы это интервью увидела Алла Борисовна, ей было неприятно, но я знаю, что
люди, которые живут в России, очень большая часть людей очень сильно попали под пропаганду, и они совсем не ведают, что творят. Они обесценивают масштаб личности больших, великих людей, которые очень много сделали для этой страны. Я говорю сейчас и Алле Борисовне. Поэтому я думаю, что от того, что она бы сказала, ничего бы не решилось. Первые там, не знаю, месяц войны все украинцы, мы все просили высказаться, потому что мы верили в то, что это может что-то изменить. Но время показало, что ничего не поменяет, потому что все же Российская империя, и вот в этой стране есть такие правила, которые были на протяжении уже долгих-долгих там лет, веков. Есть император, он диктует, и он говорит, как надо. Этот император правит долго по времени, а люди просто, ну, как бы поддерживают режим, который говорит царь-батюшка. И пока этот президент будет править этой страной, ничего в ней не поменяется. Мне очень интересно понять, и, наверное, ты единственный человек, которого могу спросить об этом. Ты считаешь, что Николай Басков, да, допустим, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, там, кто еще, Лариса Долина, ты считаешь, что это вынужденная позиция, вот в которую, там, понятно, у всех очень разные ситуации, мы не будем, да, сейчас всех как бы под одну Николай гребенку. Басков просто очень любит деньги, как выяснилось. Филипп Киркоров долгое время держался и ничего не комментировал. Ты в ком-то из них разочарована, как в людях? В Коле очень. Да? Очень сильно. Долина я даже не знала, ну, то есть я не могу о ней ничего говорить. Угу. Филиппа я знала очень хорошо, и ну, я приблизительно понимаю, какая там ситуация. То есть я понимаю, что есть определенные правила, по которым живут люди, которые остаются жить на территории России. И там в этом плане очень жестко закручивают гайки по известным людям. Если ты хочешь жить и работать здесь, тогда ты говоришь то, что необходимо говорить. В одном из интервью ты говоришь: я все сделала для того, чтобы показать, что этот рынок для меня закрыт. Собственно, про российский шоу-бизнес. А зачем ты именно показывала это все? То есть, потому что для украинских людей это было очень важно показать это. Я вообще такой человек, что я вообще бы закрылась и была в себе. Я бы не рассказывала о том, кому я что помогаю. Я это делала на протяжении всей своей жизни. Но сейчас время диктует того, что ты должен показывать и демонстрировать то, что ты делаешь. Для того, чтобы потом не сказали: а, ну ты сидел там, молчал, значит, ты точно ничего не делал. К сожалению, мне это некомфортно. Мне не нравится показывать то, что ты сделал. Ну, моя пиар-служба считает, что это важно и это нужно. И объяснили мне, почему это важно, нужно. Мы живем в очень непростое время, и по него нужно подстраиваться, научиться в нем жить. Мне как человеку искреннему и человеку, который не умеет юлить, не умеет рассказывать. Ведь дело в том, что в Россию ездила выступать большая часть артистов украинских. Но многие просто этого не рассказывали. А я никогда не считала нужным жить что-либо скрывая. Я могу скрывать только свою личную жизнь, только потому что я имею на это право. Потому что хоть что-то должно быть закрыто. Все остальное я могу ответить на любой вопрос. Но есть еще один момент. С любого моего интервью делают сенсацию. Вычленяют определенные фразы, компонуют. Ну, я думаю, что это не только со мной, но и у Макса Галкина такая же ситуация. У людей, которые вещают, которые имеют свое мнение, свою позицию, и которая, позиция, которая кому-то невыгодна, русская пропаганда работает просто феноменально. И, к сожалению, часто украинские СМИ подхватывают то, что пишет русская пропаганда. Мне бы очень этого не хотелось, но так происходит. Потому что это приносит заработки, клики. Там тебя уничтожают. Почему? Потому что ты не согласился играть по их правилам, не остался у них в стране и не остался поддерживать их. А здесь ты не можешь понять, то есть в чем тогда суть? В чем тогда суть того, что ты борешься за свою страну, за своих людей, за свою команду? Я просто не совсем понимаю, почему мы не можем поддерживать друг друга, почему люди не могут быть, ну, понимая, что... Я думаю, что просто такая ситуация сейчас в стране, что людям настолько тяжело, им настолько сложно уже
почти 2 года, и нервная система ни одного человека не может выдержать все, что происходит. Мы никогда не жили в состоянии войны, мы впервые с этим столкнулись. И, конечно, у всех непонимание, что будет дальше со страной. Поэтому я думаю, что многие известные личности, они как, знаете, как груша, которая висит, на которую можно там пару раз ударить или высказаться о них, или сказать, ой, да что она там помогает, или ой, да что она там такого сделала, ой, она через 3 дня высказалась, типа, поздно. То есть всегда есть какие-то вещи, которые можно, да, в любой ситуации можно, то есть вместо того, чтобы сказать, блин, она крутая, она пожертвовала своей карьерой, она поддерживает страну, она не осталась там, как остальные артисты украинские, которые живут там, работают и делают вид, что ничего не происходит. Но ведь это же ценно. Хороший момент в этом разговоре, чтобы снова попросить вас подписаться на наш YouTube-канал и на Telegram, ведь так мы сможем с вами оставаться на связи, а вы будете получать актуальные новости каждый день. Подпишитесь, пожалуйста. Насколько ты со своей командой прорабатываешь какие-то диджитал-стратегии? Например, что? У тебя на YouTube-канале не так давно вышло видео про то, как ты даришь дом семье, которая была в телесюжете «1+1». Да, да. Вот, вы приезжаете, красивый сюжет, семья замечательная, ты даришь дом. Я захожу в комментарии под видео, и там нету, ну вот реально надо очень-очень-очень далеко проскролить, чтобы найти хотя бы какой-то вообще намек негативного. Я думаю, только под этим видео, потому что оно связано с благотворительностью, с помощью. Как так возможно? Нет, ну я думаю, что если вы зайдете на другие видео, там их очень много. Много всякого. Да, много всякого. И вы можете найти у меня в Инстаграме очень много разношерстной публики, которая очень по-разному реагирует на то, что продолжаю петь на русском языке, на то, что песни продолжаю петь свои старые, не перевожу их на украинский. Ну, этих мнений, их миллион. Обо мне всегда очень много говорят. И со мной связано много каких-то провокационных вещей, скандал. На фамилии, на моей фамилии очень легко построить любой заголовок. Почему многие интервьюеры всегда используют мою фамилию, а вот что вы думаете, а вот как вы, и потом это выносят в заголовки. Потому что это работает, потому что людям интересно, что же здесь сейчас происходит. Я привыкла к этому. Я могу здесь не согласиться, могу с тобой поспорить. А про комментарии, то есть какой-то я хочу все-таки ответ услышать. Вы удаляете комментарии или не удаляете? Как вы работаете с комментариями? Я иногда в Инстаграме сама удаляю комментарии каких-то наглых людей, которые пишут мне какие-то грубости и гадости. Я их даже блокирую. А в Ютубе нет. Но в Ютубе там много и плохих комментариев. Я видела какие-то клипы, где их... Ну, а смысл? Их просто такое количество, что мы не успеем это сделать, мне кажется, что в этом нет смысла. Вот интересно, как работает ваш в этом смысле пиар-служба, да, как вы за этим всем следите, потому что сейчас-то мы живем действительно в эпоху соцсетей, когда вот физические вещи, это уже такое, атовизм. Я думаю, что просто это ничего не поменяет, это ничего не даст нам, чистить их, не чистить. Мы четко понимаем, что люди разделились сегодня 2 лагеря. Люди, которые поддерживают режим русский, люди, которые не поддерживают режим, поддерживают Украину. Но эти люди в интернете, они сцепляются и начинают друг друга уничтожать. Также в Ютубе из последних твоих интервью их довольно много, они в разной степени. Где-то вы по Зуму записываете, где-то красивая студийная картинка, там 4К, но довольно много интервью, которые там набирают, ну, средний просмотр, потому что знаковых твоих интервью там за последние с момента вторжения, да, скажем, это Гордеева и, наверное, Рамина, да, можно верно так сказать. Это знаковое интервью. Да. А почему тогда остальные не так собирают? А потому что это интервью, которые записывались локальные по странам. Допустим, Латвия или Грузия. У них у самих очень маленькое количество просмотров в Ютьюбе. Я думаю, что из-за этого. Вы туда намеренно идете, в эту аудиторию, конечно, вы с ней общаетесь? Конечно, я понимаю, что... Почему это важно для вас, да? Ну, потому что моя аудитория, она очень большая, и она давно вышла за пределы украинского рынка, и это люди, которые в основном русскоязычные, и они живут по всему миру, и я не хочу их терять, и не считаю, что это правильно. Это люди, которые со мной на протяжении всего этого времени. Я даю им информацию, то, что я делаю сегодня. Они все знают мою позицию. И люди, те, которые сегодня остались со мной, они являются моими поклонниками. У меня очень сильно в Инстаграме видно, что там комментарии просто уменьшились во много раз. Но я понимаю, почему. У меня нет к этому вопроса. Ты не расстраиваешься из-за этого? Я расстраиваюсь, что у меня много друзей, которые потеряли руки и ноги. Вот из-за этого я расстраиваюсь, и мне из-за этого тяжело. А расстраиваюсь из-за того, что у меня мало комментариев, ну и хрен с ними. Диджитал присутствие – это вот показатель того, в каком состоянии ты сейчас находишься, конечно, как артист? Я думаю, что да. Я думаю, показатель, если быть честным, конечно.
Был украинский рынок, после чего добавился русский рынок, после чего было расширение на разные страны. Сейчас полностью я заблокировала для себя русский рынок, и огромное количество людей просто отсеклись как от артиста, и их нет. И я снова начинаю новый путь. Я много делала песен на украинском языке за все это время. А эти песни непонятны моей русскоязычной аудитории. Поэтому я изначально говорила, что я не буду переводить свои песни, которые были написаны на русском языке. На украинский язык я не вижу в этом необходимости, не считаю, что это правильно. Я считаю, что песни, которые родились и которые есть в истории и были зарождены вот таким вот образом, они должны такими оставаться. Я считаю, что мой путь дальше, то, что я себе планирую, это песни на английском языке. Я очень хочу попробовать записать хороший трек на английском. Но в силу, опять же, таки моего перфекционизма, мне крайне сложно утвердить что-либо. Я уже делаю записи, но я понимаю, что мне не нравится произношение, я откладываю песни, продолжаю заниматься произношением английским. У меня будут песни продолжать. Я буду продолжать писать песни на украинском, на русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она очень большая. И потому что это люди, которые меня поддерживают, которые поддерживают мою страну. Я знаю, что вопрос русского языка сегодня очень острый в Украине, и когда я приезжаю в Украину, я всегда говорю на украинском языке, и интервью даю на украинском языке. Но по миру, в Европе, люди, где я выступаю, это Грузия, Армения, Казахстан, люди говорят на русском языке со мной. И Латвия, мои музыканты знают английский язык, но говорят все в коллективе на русском языке и понимают на русском языке. Соответственно, они украинские песни вообще не понимают, о чем. Я им перевожу, объясняю, рассказываю, но это все равно, это нужно понимать, лишь локальная история для украинского рынка. Но я с удовольствием это буду делать, потому что в Украине живет огромное количество моих поклонников, которые меня любят. А есть вот какой-то сейчас трек, который имеет потенциал, чтобы стать виральным? В ТикТоке, например, чтобы кто-то это использовал как звук. Ты вот можешь так спрогнозировать, чтобы этот звучок стал популярен вот в шортсах? Вы знаете, где? В ТикТоке я вообще ничего не могу спрогнозировать, потому что там, мне кажется, свои алгоритмы, и они непонятны нам, людям сегодняшнего времени. Они понятны только молодежи. Они каким-то образом цепляют то, что засаживается у них в сознании. Моя дочка младшая на протяжении 2 лет уговаривала меня о ТикТоке. Вот сейчас я разрешаю иногда заходить туда. Она мне говорит: мам, вот сегодня там тренд такой. Там девочки мои сегодня пришли, говорят: а ты видела эту историю? Сюрприз, сюрприз. Я говорю: нет, я ничего не знаю. Они говорят: ну ты посмотри, это очень смешно. Действительно, есть вещи, которые, ну, они такие довольно милые, но просто этим всем нужно заниматься. Сегодня время очень скоротечно, все очень быстро меняется. Каждый день новостей так много, что одна новость через 2 часа сменяет вторую новость. Такого не было еще 2, 3, 4 года назад. И то же самое с музыкой. Тренды меняются молниеносно. Песни держатся в рейтингах. Альбом Made in You, который вышел весной, он занял лидирующие позиции в 20 странах. Он занял на месяц. Это где, было в iTunes или в Apple? В Apple, да. Это было феноменально много, долго по времени, потому что обычные песни типа раз, они стали в Apple, дай бог, зашли в десятку, это как бы круто. Ну и потом как бы они сразу падают, потому что через неделю, в пятницу выходят новые треки, новые релизы, западные релизы, западные альбомы, и треки смещаются. Поэтому сегодня такая гонка и такое количество наполнения музыки вообще в Европе, в Украине, в Америке. В Америке это просто какое-то, ну, невероятное это количество. То есть соревноваться я не знаю, невозможно. Есть какой-то соблазн вообще воспользоваться этим трендом? То есть записать вот этот 5-секундный какой-то отрывок, и чтобы услышали больше людей, охватить. Угу. Для тебя это какая-то опция? Я просто, честно говоря, в трендах ТикТока очень плохо разбираюсь. Но у меня есть молодые ребята в моей команде, там такие довольно молодые, Евкины, друзья моей дочки. Я подглядываю периодически в телефон, что они слушают, но меня это не радует совсем. То есть я больше ужасаюсь каждый раз, когда слушаю, что дети сегодня слушают. И мне бы хотелось, чтобы все же они слушали там больше произведений тех, которые были в наше время популярны. Я все время пытаюсь показать Фредди Меркьюри, Куин, я пытаюсь там показать Уитни Хьюстон. Я хочу, чтобы
ее голова, ее уши наполнялись правильной музыкой, с красивыми гармониями, с красивыми мелодиями, с потрясающими вокалами. Но эта молодежь, она, конечно, очень своеобразна сегодня. Вот. Но нужно их учить, нужно тоже, я говорю, хорошо, ты можешь слушать свою ерунду, но параллельно ты будешь с мамой слушать, то есть я вожу ее на концерты, да, она у меня со мной была на Бейонсе, она, вот сейчас мы хотим поехать на Мадонну посмотреть по-любому, на Манескин она была вместе со мной, то есть я сделала вот такой вот 50 Cent, мы недавно в Риге посетили, то есть чтобы у нее тоже было понимание, кто эти артисты, что за музыка у них, какую музыку они когда-то несли, то есть это не совсем и моя музыка, может быть, но я хочу, чтобы ребенок мой был просвещен во многих отраслях и в музыке в том числе. Угу. Что предпочитают дети? Слушать? Кошмар. Ну, какой-то подворотний кошмар. Даже не хочу из того, что ты им произносить ставишь. Им. А, из того, что я ставлю. Да. Что-то вот. Но ей нравится Манескин. Понравился после концерта. Смотрю, что звучит в ушах. Она слушает Майкла Джексона. Я ее как-то приучила к Фредди Меркури. Вроде слушает. Адель. Зашла ей. Говорит, что да, красивый тембр. Да. Параллельно еще пытаюсь ее показать ей там индустрию моды. Говорю, вот я вот рассказывала, что я в Лондоне. Она говорит, ну что там интересного? Я говорю, ты знаешь такую, говорю, прекрасную женщину, Вен Вестфуд? Она говорит, я слышала. Я говорю, ну вот это как раз такая женщина, которая создавала очень много интересной и красивой одежды. И это стиль как раз твой, то, что ты любишь. Очень вычурно, очень необычно. Я ей бросила ссылки, чтобы она почитала Вивьен Вествуд, одной из моих любимых дизайнеров, что она делает. Вот. Делала. Вернее. Да, это правда. А из украинских есть вот кто-то по масштабу такой? Может, я просто кого-то не знаю, хотя, в принципе, слежу. Кто бы чего-то добился? Кто бы, вот, кого можно было бы назвать? Но сейчас есть прекрасный режиссер Таня Муиню, которая в Америке снимает клипы всем западным артистам. Она начала с Лил Вана, 3 или 4 рэперши у нее было. Сейчас Лени Кравиц, офигенная работа. Лени Кравиц? Да, просто потрясающая. И она девочка, которая до этого она снимала много клипов Диму Монатику. Я считаю, что у нее феноменальный успех. И, ну, она просто невероятная. Она так чувствует артиста и его сексуальность, и так умеет это подать. Ну, как никто. Карди Би, много работы. Она для нее уже успела сделать, да. Вот, пожалуй, из украинских она одна из таких топов. А из музыкальных артистов есть такие? Нет, по-моему, нет. Но еще не вечер. Может быть, сейчас, Украина в тренде, поэтому у многих есть возможность такая. Главное – найти путь, опять же таки. Ну, все-таки получить от тебя эту формулировку про украинского артиста, который имеет планы выйти на зарубежный рынок. Давай вот, что ты можешь предложить англоязычной аудитории, как мы уже немножко поговорили, да, в начале нашей встречи, что публика англоязычная довольно искушенная. Свои, во-первых, свой культурный код, свои артисты. Своя ментальность. Да, своя ментальность, да. Есть определенная уникальность и аутентичность, да, у украинских артистов 100%. Но вот, я считаю, что украинская нация, она очень талантливая. Вот что лично ты можешь предложить вот там вот прям, например, до слогана, то есть? Да я ничего не могу предложить, потому что я сама на этом пути. Я сама буду щупать. Ты сейчас это формулируешь для себя. Я буду щупать и искать, как я это делала раньше. Ты завоевываешь один рынок, дальше щупаешь и ищешь, что бы могло сработать на следующий рынок. Потом ты приезжаешь на третий рынок и начинаешь ознакомиться с людьми, изучать ментальность. Ну, это процесс, это работа. И каждому, одному человеку подойдет то, что не подойдет другому человеку. Главное, я считаю, что вера – это вообще решающий момент. Таланта у наших украинцев просто не занимать. И мелодизм потрясающий. И у нас очень много достойных артистов, которые могли бы на рынке Европы быть популярными. Тем более, что европейский рынок, его мелодизм, он очень схож с нашим славянским. Это не американский рынок, да. Это не чуть-чуть другая музыка. То есть это не R&B, это не рэп, это не Cardi B. Да. Это совсем по-другому. У нас люди любят мелодию. И мелодия, она первична. Люди хотят напевать что-то. Люди хотят, чтобы эта мелодия запоминалась. Да. В Европе точно так же, да, любят. То, как ты это описываешь, свое видение того, как двигаться в этом рынке, это такой коммерческий путь, да? То есть ты там мониторишь, делаешь какой-то аудит. Музыка – это тоже может быть математика. Да. То есть она, по сути, ты можешь высчитать
Опять же, я тренд. Говорю только про свой рынок, про бренд. Если ты много слушаешь музыки, если ты понимаешь, что сегодня актуально, что люди сегодня слушают, включаешь Apple и смотришь там, первую двадцатку разных стран, я изучаю всю Швецию, Америку, Великобританию, Украину. Я просто смотрю, что, где, кому что нравится. Есть треки, которые во всех этих странах занимают лидирующие позиции. Значит, вот трек зашел. Но опять же таки, тут же еще очень многое зависит от того, какая личная история артиста. Насколько сейчас часто пиар-стратегии переплетаются с музыкой, как это было с Мэйли Сарус, да. Известной композицией. Тут слишком много многоходовок может быть, и они могут быть вот прям иметь разные ветки. Сейчас большинство артистов и из России, и из Украины столкнулись с тем, что должны уезжать, должны как-то перестраивать свою вообще жизнь, карьеру, вообще все. И как мне это представляется, есть два пути. Ты переезжаешь и работаешь со своей аудиторией, которая уехала, то есть экспаты, люди, релоканты их еще называют, да, люди, которые переехали, и вот ты по Европе с ними как бы взаимодействуешь, ты собираешь маленький зал, все дела. Есть другой и более сложный путь, это вообще... Наращивание новой аудитории. Полная конвертация своего там бизнеса, да, всего вот этой всей этой индустрии, машины, которая и так уже хорошо ехала, и теперь надо просто на ходу поменять вот эти все колеса и сделать, чтобы и все было рельсы. На английском языке. И новые рельсы, да. Как тебе вообще видится этот план, и какие первые шаги ты сейчас предпринимаешь, как ты сказал, что уже учишь английский язык? Это самое основное для меня. Я набираю англоязычный материал. Я планирую делать фиты и коллаборации с разными людьми, разными творческими людьми по разным странам. У меня есть наметки, я не очень хочу об этом говорить. Я думаю, что нужно сначала что-то сделать. У меня много есть мечт, но нужно сначала как-то к ним прийти. Ну, про эти два пути ты согласна, что есть такой путь, такой? Ты выбираешь... Но желательно все-таки свою аудиторию удержать и нарастить новую. Это идеальный план. Но для того, чтобы нарастить, да, но для того, чтобы нарастить новую, нужно знание языка и нужно общение в среде, и нужно попасть в нужное место в нужное время. Я реалист, я не фантазер, я все понимаю. Ну, ты допускаешь, что может не получиться? Как и у каждого человека. Да. Но я очень себе верю и верю в себя. Часто, когда ты слушаешь студийный уже альбом, есть песни, в которых вот этот вот вздох начальный, и пошла песня, где-то он срезается, а где-то он остается намеренно, очевидно, да, там, допустим, в альбоме «Земфира», «Вендетта», там, «Я ухожу», и она каждый раз, да, это делает. Как это работает? То есть ты подбираешь под настроение, тебе нужно ли это, или... Это вкусовщина. Многие музыканты не любят, когда есть вздохи. Вот я это. Очень люблю, потому что считаю, что это добавляет жизни твоему треку. Поэтому, когда там звукоинженер, вот ты его оставляешь, он собирает трек, и он компонует, допустим, из разных частей. Там куплет с одного тека, припев с другого. И ты приходишь, смотришь, он почистил все, вдыхание поубирал, и говорю, а где же трек? Слишком синтетика получается, нету жизни в этом. Я заставляю все возвращать. То же самое касается автотюна. Я не люблю, когда есть автотюн, который слышен. Я люблю, когда, если, допустим, где-то там какая-то неточная нота, я аккуратно эту ноту подчищаю. Есть люди, которые любят автотюн вешать на всю тековую дорожку, и она просто вот висит, и ты голос видоизменяешь. Я люблю, когда я слышен тембр мой, когда слышен характер звука, когда слышно придыхание, потому что мне кажется, что это такая неотъемлемая составляющая, ну, именно моих песен. Многие ребята, которые делают музыку, говорят, что к ним приходит много артистов и просят сделать треки, как у Лободы. Там референс один, другой, третий. Мне, конечно, всегда это льстит. И я говорю, ну, значит, мы понемножку там создаем какие-то тренды. Это тоже очень приятно. Про возможность прогнозировать и как-то угадать вот этот тренд. Есть ли какие-то фишки в современной вообще музыке сейчас такой тикточного образца, скажем так? Вот в этом... океане разных мелодий. Есть ли какие-то вообще способы, фишки, которые ты использовала при записи альбома Made in You? Ну, сегодня саунд-дизайн очень важен в сегодняшнее время. Вообще музыка, мне кажется, что сейчас дико скоротечна, а вот та, которая была вечно, она осталась как-то в прошлом. И сегодня никто особо не заморачивается тем, чтобы эта музыка, эти песни остались в истории. Я думаю, что когда ты творишь, когда ты создаешь тот или иной материал, тебе не нужно думать о том, будет популярен он или нет. Тебе нужно просто руководствоваться тем, что тебе нравится или не нравится. Так делаю всегда я. Если
не понравится это людям, это будет твой эксперимент, и благодаря этому эксперименту научишься. Я прошу музыкантов, моих ребят покупать всегда новые базы звуков, чтобы их использовать. Новые барабаны, я фанат барабанов. Мне всегда хочется, чтобы музыка была не только с активной там бочкой, но чтобы она еще имела под собой гармонические красивые составляющие. Ну и мелодия. Я безумно люблю красивые мелодии. Вот на примере какого-то трека из альбома твоего последнего, или там что-то, может быть, планируется выходить. Вот что такое саунд-дизайн на примере конкретного трека? Где мелодия, где гармония? Ну вот, допустим, песня «Спогады». Да. На русском переводится это «Воспоминания». А ремейк на эту песню делался таким образом, что мы сидели и искали гитарные сэмплы. Мы пытались найти сэмпл гитарный, на котором будет выстраиваться вся песня. Нашли базу, в которой купили гитарный сэмпл. Укрыто мое сердце тело планом, голова забыта дело. И используешь вокальный трек, дорожку. Дальше барабаны, дальше гитарка, лейтмотив, на которой все держится, а потом нанизываешь уже там синтезаторы. Ты украинская звезда? Конечно, я родом из Украины. Сейчас ты самая большая украинская звезда? Я не знаю, это, наверное, могут украинцы сказать. Как ты себя ощущаешь? Я ощущаю себя маленьким человеком, я уже сказала об этом. Я ощущала это с начала войны. И мне очень жаль, что я ничего не могу изменить. И мне очень жаль, что люди... Хорошие люди оказываются в таких тяжелых ситуациях. Люди, которые лишаются всего и которые просто, ну, которых нет новой жизни. У них эта жизнь закончена. У меня есть друг, который потерял брата на войне. У меня есть соседи, которых убила ракета. У меня есть у мамы подружки в городе, в дом, в которых попала ракета, и умерли и дети, и мамины друзья. Ракета попала, также осколки попали в наш дом и снесло всю стену. Мы его ремонтировали. Мы соприкоснулись с очень страшной бедой. И мы не знаем, когда будет этому конец. И очень тяжело от этого понимания. Мы все очень верим, что будет хорошее какое-то окончание, что будет победа. Но я читаю много новостей и понимаю, как тяжело сегодня людям. Как тяжело им морально. И сколько они горя прошли за это время. Так. Это довольно редко бывает, когда ты так открываешься. Мне просто... Ну, я нахожусь в таком состоянии, когда мне нечего уже придумывать. У меня уже все свершилось. И я очень редко даю интервью. Я вообще ненавижу интервью. Я ненавижу, потому что после каждого интервью моя пиар-служба просто бедная, не спит ночами и очень сильно волнуется, потому что там масса заголовков. И даже то, что сегодня мы говорим на русском языке, поверьте, будет прилетать. Никто не будет разбираться в том, что есть главный центр BBC, и в нем просто подразделение. Да, это вообще никого не интересует. Но главное то, что она же на русском говорит. Не русский язык убивает украинских детей и украинских людей. Большая часть Украины говорит на русском языке. Но нужно разбираться в том, какой ты человек, и что ты несешь, и что ты хочешь, и чем ты можешь помочь, а не то, на каком языке ты говоришь. Русский язык не принадлежит русской власти. Если бы только русская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так случилось. Спасибо большое, что поговорил с нами сегодня с русской службой на русском языке. Я думаю, что это очень важный разговор получился. Но у тебя сейчас есть возможность, если ты хочешь ей воспользоваться, обратиться к нашей аудитории на украинском языке. Прямо сейчас делать это в эту камеру. Я дуже хочу побажати усім українцям багато сил. Я хочу сказати, що ми ніколи не повинні втрачати віру, тому що віра – це те, що допомагає нам жити. Це те, що допомагає нам підійматися кожен день і зустрічати новий день. Я бажаю нам сил і я бажаю нам перемоги. Я дуже в це вірю.
Какой песней своего концертного репертуара для Лондона ты бы хотела закончить этот разговор? По-украински, конечно. Светлана Сергеевна Лобода. Спасибо. Спасибо. Дякую. Дякую. Такая маленькая загадка. Да. И я очень люблю, что разные артисты сюда приезжают, и есть возможность со всех сходить. Да, вот я переехал в Лондон лет 5 назад. Угу. А угадай, на чем концерте я впервые побывал? Это какой-то украинский артист? Да. Да? Какой? Есть догадка. У меня? Да ладно. Да вы что? Вау. Ничего себе. Это было О2. Да, я помню этот концерт. Индиго. Индиго, да, класс. О чем это говорит? О том, что в мире все так интересно закручивается, да, люди так встречаются неожиданно, да. И это классно.